Не, он злится, он обиделся. Смотри, жужжит. Они такие милые на самом деле. Ну я еще говорю, не хватает, чтобы он там Бака Симпай кричал, что ты здесь делаешь. Так он же и так краснеет, ты че? Ну, вообще он это и говорит, то есть он, когда ты к нему подлежишь, он такой, типа, прочь, типа, иди нахуй, куда пошел? Морит, он тебя сканирует, дай сразу назад. Он подлетит, все сканивал. Он сейчас к тебе полетит тебя нюхать. Слушай, вот интересно, как он отреагирует, если у кого-то сердце торгует? Сердце торгует, да. Плохо отреагирует. Мне кажется, он расстроится. Нет, он так, ну что, сканировать его? Сканируй, мы тебя ждали. Сейчас подлечу. Он обидится, как бы. Он, когда тебя сканирует и видит, что-то у тебя в карге интересное, он сначала делает, если ты это выкидываешь, он... Нашел скан. Ты его согрел опять, блядь. Не согрел, нормально все. Да, он... Ты взорвал ему дроном, блядь. Не, это не считается. Он так не агрится. Смотри, так, может, все, я его сканил, я отлетел. Все, поехали. Смотрим сердце. Одно есть. Одно есть, последнее, да. Поехали. Как вы еще сердце смотрите? Через левую менюху, что ли? Да, со таргетом еще. А, через левую менюху. Вторичные цели. Зачем ты его второй? У него другой. А у него закрылось сердце, которое вот мы сейчас дамажили. У него сейчас другое, по-моему. Открылось. А, то же самое, ну вот. Готово. Что это было? Почему? Что это было? А вот зеленая дрянь. Где? Это мое зеленое. А, это ты. Ни хрена себе. А как у меня 72% уже снес? Сквозь щит. Волча. А, так может он наблевал на тебя. Как вот он так быстро-то. Какой у него? А, у него пока никакой. Погоди, а чё... Чё там за зелёное месиво? Открылось, это движки чьи-то. Мои движки. Не, они эти. Кто-то щит потерял. Циан. Открытое сердце. Ой, что-то сейчас будет. Слушай, а щит обычный. Чё-то он меня так дамажит прям. Ай-ай-ай-ай-ай. Готово сердце, смотрите следующий. Слушай, 47% хула у меня уже. Чем он так дамажит? У тебя нет зеленой дряни на лице? Вроде бы нет. Но хп не зеленая? Так может тебя эти дроны обрабатывают? Дроны, типа. Так быстро они не могут. Это слишком быстро. Жижу кинул. На себе. У меня канапи слетел. Они могут. Меня помазали. Помажем сердечко. Улетай. Хотя нет, не улетай. Ну, не знаю. Да нет, ты знаешь, мне, по-моему, надо улетать. Что-то вообще жесть какая-то пошла. А, типа. Блин, ты не в крыле, я бы тебя починил. Ни хрена себе. Можно без крыла. 12%. Ни хрена себе, 12%. Откуда такие дамаги вообще? Что это? Зеленое твое. Да нет, не зеленое. Ты дело? 7% хп. Вообще не понимаю, откуда такие дамаги.
Может, баг какой-то словил просто. Хуй его знает. Ну, Сан, ты вообще читал? Я писал, что они иногда ловят баг бесконечного запуска ракет. Э? Да, а я писал уже. Ну, мне, слушай, видимо, у меня, например, сезон, в одной менюшке 100%, в другой... Ну, 30%. Я сейчас отремонтируюсь. 19% сердца, давайте. Еще полшишечки осталось. Жестко вообще. Готово. Готово. Последний. Сердце. Я хул ремонтирую. Все, сейчас выключимся. Пипку перебрасывайте на щиты. В эти канопи же вроде можно как-то ремонтировать, не? Да. Которые сломанные. Сломанные нет. Разве? А ремонтные лимпеты разве его не чинили? Нет. Это баг, по-моему. Я, наверное, баг словил, либо я хз, потому что я такого дмага от них не видел. Жесть. Как-то странно, я сейчас молнию словил. Очень много дмага. Так не, знаешь, давай, на самом деле, этого никто не видит, кроме тебя, просто в тебе бесконечно летят ракеты. Вот как это выглядит. Это жестко. А ты на чем сам-то? Я на корвете, у меня 4 с лишним крахула. Так быстро, это жесть. Просто знаешь, я этот баг в первый раз увидел на стриме. Там паренек был на этом. Даймонбеке. Его этим багом снесло за секунды 3. Так что еще долго живешь. Слушайте, а на него вообще этот работает, коррозия, мне вот интересно. У кого-нибудь есть коррозия, какое-нибудь оружие? Не знаю, у меня есть пенетрейт торпеды. У меня там коррозийные эти стреляли, так что можно смело сказать нет. А, ну слушай, на него вообще никаких дебафов не появляется, можно с этого начать. Ну да. Как там у вас? Я пока ремонтируюсь. 3%, 1. Все, готово сердце. Я вообще стремаюсь залетать. Блин, 15%. Да мы это что-то же. Сдавайте назад. Ты убили. 7%. Слушайте, отлетайте, отлетайте. Что вы делаете? У меня лонг. Попробуйте этими лимпетами там поднять. Нет. Его еще не убили, чтобы поднимать. Все, убили. Ну вот. Так, ну я отлетел на 5 километров. Теперь попробуйте поднять. Дыщ, красота. Ремонтные лепеты, кстати, прикольно так звучат. Кстати, скажите, награды за него дают? Да, 4 дают. Ляма. Да, дают. Всем? То есть каждому получается по 4 ляма. Слушайте, а Рой-то остался живой. Может, его тоже? Слушай, его залутать можно. Сварм сайз 13. Его залутать можно или нет? Или да? Кто залутать? Кто там? Таркоидский рой. Размер роя 13. Да. У меня только что произошло сообщение Hazard Substance Detected. А, ну все, ты заразился, молодец. Да нет, нет, заражения нет, но надпись была. Такая же надпись, кстати, получали уже эксплореры. Короче, они летали и получали. У меня потекло, короче, так что я пойду. Предохраняться надо. Блять, я хочу сердце забрать, чтобы кидать его в лицо. А нету сердца. А нету сердца. С вором. А, то есть это еще и рандом, да? Ну вот и торгует с вором. И он выглядит. Слушай, это облако расширяется вообще по-хорошему. Ну вот. Ладно, нахуй. Не, ну, фронтиры правда постарались здесь. Ну, блять, слушай, 3 года, как бы на год просрочки, да, неплохо. Ну ладно, а что с роем? Не знаю, я думал его залутать можно, но похоже нет. Он просто конечно, типа ничейный остался. Так он стоит на месте просто. Ну, это, в принципе, самое инопланетное вообще, что я когда-либо видел. Что может быть?